8 years.
Таким образом, прошло 80 лет. He really became a master of the Sanskrit. И он действительно стал знатоком санскрита. And one day he asked the Guru Swami, why the food is bitter? И однажды он спросил своего гуру, почему же пища она горькая? That day Guru had told, the day he asked that why you know this he finds that the food is bitter, you tell me. And the wife informed me, today your shishya, your disciple asked me, why is the food is bitter? И вот этот гуру сказал своей жене, что когда у нас наступит такой день, когда этот ученик он спросит тебя, почему пища горькая, ты ему скажи, пожалуйста. So he called Mali and he said, today you don't have to come for the class, you become master. И в этот день гуру позвал своего ученика и сказал, все, тебе с сегодняшнего дня тебе больше не надо приходить на занятия, ты уже стал сам учителем. Okay, we all have lunch now. I just one small anecdote. I just said because of we all had lunch and body can become energetically heavy and then we go to sleep, especially when I speak, definitely we go to sleep. То есть я кушали обед, после того, как вкусили обед, я вижу, что то есть, ну, как бы тело склонно, так сказать, тяжелеть, и вот, и тело обычно клонит в сон, особенно после того, как я еще буду тут говорить, это будет клонит в сон. Anyway, there is no loss, even if you sleep. Ну, ничего страшного, если вы не заснете, вы приедете. Okay, this session I've been asked to speak on the title, Pujari, characteristics and qualities of Pujari. Qualities of Pujari. Итак, то, что сегодня мы будем говорить, это будет о качествах Пужари. Арчака Лакшана. Арчака Лакшана. Арчака. Арчана Лакшана. The deity form is called Archa, Archa Vigraha. Божество его называют Арча Виграха. Archa means effulgent, shining. Archa означает сияние. And the person who engages in the service of that form, shining form, is Archaka. И тот, кто служит этой форме Арча, сияющей форме Арча, его называют Арчака. In the Agama Shastra, which is the text given by the Narayana himself about how to worship the Lord, which we are going to discuss it later, one of the class, Pancharatra text. The you won't find the word Pujari. То есть вот немного позже мы будем изучать один текст из Агамы, который текст стал принадлежать самому Господу Нараяне. Вот, и она касается человека, который выполняет божество, и там вы не найдете термина «пуджари». The word used is «арчака». То есть слово, которое это используется, это «арчака». Пуджари, you know, it is a very slang. It's a slang word, пуджари. То есть пуджари – это такое более сленговое слово. You know, in the house, in your house, somebody puts a paper, morning, newspaper, bar. In India they say paper wala, and somebody puts a milk doodh wala, you know, sabji, who gives a vegetable sabji wala. This pujari is of that kind of a wala. Если вы знаете, в Индии есть различные вала, там сабжи вала, которые овощи выдают, там какой-то еще вала. И вот это пуджари, это слово из той же категории. But actual technical already is archaka. Технически тот, кто поклоняется божеству, его определяют словом «арчака». It's very respectful word. И это очень уважительное такое обращение. But anyway, in Islam we got used to this pujari. Even in India also they use pujari, pujari, pujari. So it has become pujari. Ну, для нас пуджа из become пуджари. То есть для нас это стало обыденным, потому что тот, кто делает пуджу, он пуджари. Вот. Поэтому даже в индийском, в Индии так называют термин. So they say that
Arini, one who kills Murari, Arishtari, one who kills, he is called Ari. Вот, вот Ари обозначает того, кто убивает кого или что-то. So, they said it every jokingly. This guy is a Pujari. Поэтому так вот шутку говорят, этот парень Пужари. If they find him, they are doing all not properly the puja service in the temple, they say he's a Pujari. Если кто-то не должен образом не заниматься пужей, правильно, его называют именно таким словом. Так вот, именно так называют. Пужари. Тот, кто убивает поклонение. So there is a just like Narada Pancharatra, which is the text. With most of the Pancharatra deals with four things. Да, поэтому все вот тексты Пачаратра они имеют как бы дело с четырьмя местами. Among that is two or how to construct the temples. Как построить храм? How to choose the deity form. Как выбрать форму божества? Stone deity form. То есть вот, там из камня или что-то еще. And another is one more section is how to worship. Следующая секция раздела. Morning till night, how to worship him. Поклоняться божеству, начиная с утра. Observe the festivals. Как соблюдать какие-то праздники, фестивали какие-то праздники. Installations. Устанавливать божество. All this. So, this text involves all this anyway. And like that, one of the Pancharatric text is Vihagendra Samhita. Vihagendra Samhita. Samhita. The name of the book is Vihagendra Samhita. Vihagendra. Vihagendra Samhita – это одна из названий этой книги, которая относится к Pancharatra. There are different Samhita. Samhita means these are all the Pancharatric texts, like Samputa Samhita, Padma Samhita, Ishvara Samhita, Parameshwara Samhita, Aushkara Samhita. These are all Vaishnava Pancharatri texts. Вот эти все самхиты, которые были перечислены, это все вот тексты, которые относятся к Pancharatra. And when it comes to Pancharatra, there is a different class. At that time I'll explain. So the reason I'm saying is, whichever the text they adopt for their worship, each temple in South India, the very big temple, Srirangam, Kanchipuram, and all these big Melkote temple, they adopt one text, one book, Pancharatri book, and they follow that. И вот все большие крупные храмы, они выбирают какую-то одну из книг Пачаратра и строго исследуют. But all of them study this one small book, Vihagendra Samhita. Но вот это Vihagendra Samhita, все эти храмы они изучают также. Because it talks about Archaka Lakshana. Потому что все, то есть эта книга говорит о Арчака Лакшмана. It's a compulsory book, especially among the followers of Sri Ramanujacharya, Sri Vaishnava. They have to study this book. They must know before entering the altar what are the qualities, characteristics of the Арчака. И что сказать, на странице Шри Вайшнава, они все изучают эту книгу, потому что там перечислены все требования что для человека, который вот хочет, так сказать, войти в алтарь, если ты говоришь там. So, today we will discuss some aspects of the Pujari, and if any questions are there, we will answer, we will try to discuss that. Сегодня мы обсудим некоторые качество пужари, и если возникнут вопросы, мы также не ответим. Do you have Pancharatra Pradipa, that orange color book in Russian? In Russian, нет. Я спросил, если у нас вот это Pancharatra Pradipa, книжка на русском, я сказал, что пока еще нет. In the beginning, it gives some of the, it gives some small write-up on the pujari, actually. In the book, in that book, in the beginning, it gives some aspects of Pujari Lakshana. Сначала этой книги, Pancharatra Pradipa, вот это издание, такое оранжевое обложки, вот там есть такой небольшой
место, где упоминается качество Ужари. So to begin with, who can worship the Lord? То есть там перечисляется, кто может поклоняться Господу. Is the family consideration is important? He is such a big family man. He is coming from a city. He is born in such a big family, so he has the eligibility to worship. Is that the consideration? То есть является ли как бы таким моментом для того, чтобы определить, может быть, человек служит Божеству или нет, то, что этот человек принадлежит к аристократической семье? Family origin. Like in Vrindavan, you may tell many of my staff gone to Vrindavan. They say we are from Goswami family. Goswami family. То есть когда мы приезжаем в Вриндаван, мы слышали, что есть существуют такие семьи Госвами. But all this is Goswami for Brahmacharis. Where did they have the family? All the six Goswamis were Brahmacharis. Where did they have the family? То есть все шесть Госвами, они же были Брахмачари на самом деле. Откуда же взялись эти вот семьи Госвами? But actually, what happens is, when a guru initiates a disciple, even though the guru is a sannyasi or a brahmachari, he or she is considered a son or a daughter. И когда духовный учитель дает посвящение, независимо от того, духовный учитель саньяси или брахмачари, тех учеников, которые он принимает мужского или женского пола, все они считаются его сыновьями или дочерьми. Among all the disciples, somebody will become very prominent, shiny, because he has picked up the mood of the guru and he is strictly following the guru. He has pleased the guru, so guru he sees him and he appoints him for a very big post or a very responsible post. И некоторые из учеников гуру они могут стать очень выдающимися из-за того, что они развивают определенные качества или принимают настроение своего духовного учителя, и видя их выдающиеся качества, духовный учитель может дать им какой-то ответственный пост. So he considers his guru as his father. И ученик считает своего гуру отцом. You know what Prabhupada wrote in passport, father's name? Знаете, кто какое имя отца Шрила Прабхупада написал в своем паспорте? His divine grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So you see, so this way they become Goswami's family. И таким образом появились эти семьи Госвами. Or sometimes they have maybe a distant relative. These Goswamis, six Goswamis, some relative. He becomes the disciple and he becomes prominent and the Goswamis appoint him as the sevak of the one of the temples of this deity. Then he claims to be a Goswami family. То есть некоторые из Some distant relative. И вот какие-то дальние родственники этих Госвами, они становились потом учениками и проявляли какие-то качества, и потом они становились, то есть возникали эти семьи Госвами. But most of the time it is the disciple, which like in Gopal Bhatta Goswami, all these Goswami, they appointed one of their disciples as the sevak of the temples they established in Vrindavan, and from them the whole parampara started. Но также были какие-то выдающиеся ученики, вот, и которым вручали полномочия, и они становились вот этими основателями этих семей. And probably these first sevak, they were mostly the grihastha, so from there the whole parampara. То есть вот эти ученики выдающиеся, они были семейными людьми, и поэтому от них началась вот эта парампара. Anyways, it's a small deviation, sorry. So who can worship? It is not the family origin. То есть вот тот, кто может поклоняться Божеству, не принимается здесь внимание какие-то семейные отношения. No social positions. Никакой социальной позиции. He may be a king, or he may be some great person, and in the society he has a big position.
so he can allow to worship. These are all worthy consideration. То есть человек может быть царем, просто занимает какие-то выдающиеся положения в обществе, но тем не менее это не является мерилом того, может ли человек поклоняться божеством. No family origins, no social positions. То есть не семейная какая-то, не родственные какие-то связи, не социальное положение не является, так сказать, пропуском. One may be a very big rich man, or he may be a big scholar, or he may be something, but these are all not considered the qualification to worship the Lord. То есть не богатство, не какая-то ученость не является теми качествами, которые позволяют человеку поклоняться Господу. So Pancharatra recommends that what is required is the strong faith in Krishna or Vishnu. То есть единственное то, что о чем говорит Панчаратра, это очень твердая вера в Кришну или Вишну. When the spiritual master sees among his disciples, that person has got sincere faith, a strong faith, then he awards him mantra diksha and he teaches him how to worship deity. И когда ученик видит искреннюю, такую очень сильную веру ученика, он дает ему мантры, то есть Господь мантра дикша, и он обучает его, как поклоняться Божеству. Then he allows him to do deity worship. Разрешает ему поклоняться Божеству. Contrary to what happens in, unfortunately, in ISKCON, there is no pujari catch hold of somebody. The person who cannot preach, who cannot collect money, so he is useless, you bring him and put him in the DD department. Но, к сожалению, в ISKCON бывает так, что находят какого-то человека, который не может проповедовать, там, не может собирать пожертвования, и вот его помещают в пожарский департамент. In India, that is what happens. A person, a devotee, he cannot preach, he cannot collect, so put him in cooking department or DD department. То есть, особенно в Индии, когда человек не может проповедовать, не может собирать пожертвования, его либо на кухню определяют, либо в пожарский департамент. He is good for only cutting vegetables. Как он хорошо, чтобы он хорошо резал овощи. Why? For that you don't need Brahmin Diksha to cut vegetables. Но для того, чтобы резать овощи, не обязательно второе посвящение. Anybody can cut vegetables. Каждый человек, любой может резать овощи. But they tell him he is Brahmana, he is worship the Lord. Но поскольку он Брахмана, то есть ему говорят, поклоняться Господу. Anyway. So, actually, Pujari has got a very great responsibility. Once he becomes an archaka in the temple, especially public temple, he has great responsibility. То есть тот, кто занимается арчика, у него очень большая ответственность, особенно в храме, который вот такой, как сказать, в который приходит множество людей. He has the responsibility not only to the deities, not only to the deities, ответственность его не только перед божествами, but also to all the temple devotees and especially the guests who come to take darshan of the Lord. Но и вот ответственность также распространяется на всех преданных этого храма, а также на тех гостей, которые приходят на даршан к этим божествам. In other words, his behavior is so exemplary, he is so loving that everybody in the temple loves him. То есть его поведение, по идее, должно быть таким замечательным, чтобы все в этом храме любили его. One example I can give is Janivasa. И вот одним из таких примеров, которые мы можем привести, это Janivasa Prabhu. Whole Mayapur loves him. Whole Mayapur Vasis, they love him. А все Mayapura Vasi, они очень любят его. Not just Mayapur actually, all over the world they love him. But since he is staying in Mayapur every day, so the Mayapur Vasis, they will just love him so much. И на самом деле не только Mayapur Vasi, но другие люди в мире также любят, но поскольку он остается вот именно
вот сейчас видим Майяпури, то вот именно Майяпура Вася, они очень любят. If you just get, if you just get an opportunity any time to be with Jahanivas Prabhu, even 3-4 days, it's good enough. You don't have to study any scripture, how to be a Pujari. То есть если вы хотя бы 3-4 дня пообщаетесь с ним, то вам даже никакие писания не нужно изучать, потому что знать, как вы Пужари. The best thing I found in him is what? Best thing which I found in him is he will never complain on anybody, on anything. И одна из вещей, которую я как бы, у него увидел, то, что он никогда ни на кого не жалуется. Which is very difficult for many of us to follow. Но это для нас, для всех остальных очень сложно, это такому образу. Moment we may see a mistake, we, you know, immediately we pounce on him or her. Если кто-то сделает какую-то ошибку, мы сразу же обращаем на это внимание. He, if you do mistake, suppose, Jahanivas Prabhu, I personally experience, he will not say, this is a mistake. И, допустим, если вы сделали какую-то ошибку, это вот, ну, из моего личного опыта уже было, то Jahanivas Prabhu поступает следующим образом. He says, you know, Prabhu, I think you can do also in a different way. Он не говорит, что вы совершили ошибку, он говорит, знаете, Прабху, я думаю, что вы могли бы сделать это вот по-другому. And he will show what is the right way. И он как бы показывает, как вот можно было правильно это сделать. And he never gets angry. И он никогда не гневается. This is the most important quality for a pujari. И это очень важное качество для пуджари, самое важное. He should not get angry. Чтобы он не гневался. It is said in the Shastra, a person may have 100 godly qualities. Писание говорит, что человек может иметь сотню божественных качеств. But one quality, one bad quality, that is anger, will destroy all the 100 qualities and make him infamous. Вот, и, но если у человека есть, если у него есть гнев, то этот гнев может разрушить все эти сотни хороших качеств, и такой человек станет безвестным. So one of the main things that the pujari should have is no anger and a lot of patience and tolerance. То есть вот отсутствие гнева, и также пуджари должен иметь много терпения и терпения и If pujaris are negligent in the service of the deity, there can be havoc in the temple due to the dissatisfaction of the Lord. Если пуджари как-то пренебрегают служение божеству, то на храм может обрушиться тело большие беды. If the deities are dissatisfied, there will be internal, first thing, many things you can observe. Suppose there is a, in the yatra, in any yatra, in some temple, if there is internal quarrels, frequently internal quarrels, and there is a theft, and all this, some misunderstandings between the devotees, these are all some of the symptoms that the deities are not happy. И вот если в какой-то ядре происходят такие внутренние какие-то разногласия, какие-то ссоры, может быть, то это обозначает, что божества, они не довольны той дороги. So, it is said that the pujari, on the other hand, if the pujari is Krishna conscious and dutiful, the deity worship becomes the most potent form of preaching. Но противоположность этому, если пуджари он обладает сознанием Кришны и хорошо поклоняется божеству, то поклонение божеству может стать самой лучшей формой проповеди.
there are it is said that deity worship helps in three ways. Говорится, что поклонение Христам, оно помогает тремя способами. First is it teaches the performer that God is a person. В первую очередь говорится, что учит поклонение Божеству, учит поклоняющегося, что Господь или Божество является личностью. Since from time immemorial we are all in this material world, this impersonalism is there in us. С незапамятных времен мы, пребывая в этом материальном мире, заражены имперсонализмом. So to get rid of that, deity worship helps him to realize that God is a person. И чтобы избавиться от имперсонализма, Божество помогает человеку осознать, что Господь является личностью. And second thing is it helps purify our heart. Еще одно то, что это поклонение, оно помогает очистить наше сердце. And the third thing is, it is deity worship is a preaching. И третье то, что поклонение Христом, это также проповедь. Prabhupada writes one letter that he says so many people are coming to the New Delhi temple because of the nice deity worship. В одном из писем Шрила Прабхупада пишет, что так много людей приходит в Делийский храм, потому что там очень хорошо поклоняется Божествам. This is very good. И это очень хорошо. Keep the standard of deity worship very nicely. Пожалуйста, поддерживайте очень хорошо стандарт поклонения Божествам. You see, when they come in front of the deities, people can make out how, especially ISKCON deities are very well dressed. Very nice shrungar is being done. We try to do the best, of course, and keep it everything clean. And unlike you go to some of the temples in India, you will see tulsi on the floor, flowers on the floor. You will see so much of dirt, rats are going around, cats are going, and cockroach, and everything you will see. Even in the big temples. Здесь храм ИСКОН в этом плане выгодно отличается тем, что когда вы видите, заходите в храм ИСКОН, там всегда очень чисто, Божества очень прекрасно одеты, очень изысканно. Вот. А даже в каких-то других больших храмах, как в Индии, вы можете зайти, там увидеть грязь, кошки, крысы, тараканы бегают, там туси на полу валяются. In fact, many people come because the Indians, they have this going to temple from the beginning, from childhood. They go to the temple. It's there in their blood. It's there. So they come to the temple. Especially when they visit ISKCON temple, they look at the deities. They say, we feel when we come to your temples, the Lord is really standing. И поскольку у индусов у них в крови это уже, то есть они приходят в храм, начиная с самого детства, то есть для них это очень привычно, так сказать. И они, когда приходят в наши храмы и видят таким образом очень замечательно убранные божества, они говорят, что вот в вашем храме я вижу, что Господь действительно стоит перед нами. They say your temple is very lively, and we see that there is so much of vibration in the temple. Они говорят, что ваш храм lively. Lively means very what do you say? Lively. Not boring or dead. Sometimes you visit a temple, you feel, nothing is there, what is happening, nothing, no spirit. But ISKCON temples are very lively. То есть вот в наших храмах ISKCON-ских, то есть как бы жизнь бурлит, вот, в то время как в каких-то других храмах, там может быть так вот, практически ничего не происходит. Вот, и когда они приходят, они чувствуют вот эту вибрацию. So when they come to the temple and they look at the deities, and since if a pujari is very sincerely serving, the deity is reciprocal. И когда они приходят в храм, и там, где пужари очень так очень хорошо заботятся, просто служат им, они чувствуют ответ. So this he actually comes for first time and then look at the deity, he feels attracted.
And he comes back again and again. И когда человек приходит, допустим, в первый раз в храм и увидит такие прекрасные божества, то он потом и второй, и третий раз привлекается и начинает еще и еще приходить. He starts giving donations. Начинает давать пожертвования. And if the pujari is, is a good pujari, he will start speaking to him very nicely, preaching to him, and then he inquires more about devotional services aspects, and slowly then he becomes a devotee. И пуджари начинает проповедовать такому человеку, что-то рассказывать, и это еще больше его привлекает. И в конце концов он начинает задавать какие-то вопросы и становится преданным. So this is deity worship. Actually, is a preaching because of deities, devotees, people coming to see the deities. So pujari has the responsibility to interact with them in a very nice manner, so that he comes back. И когда люди приходят в храм, божествам, то пуджари должен так хорошо взаимодействовать с этими людьми, общаться с ними, чтобы побуждать их еще и еще приходить. It is said when the deities are well attended in the temple, the devotees engaged in harinam, bhuteshivishan, and other forms of preaching become inspired to attract the conditioned souls to visit the temple and for the darshan of the deities. Преданные, которые занимаются харинамой, распространением книг, так далее, они ответственны за то, чтобы так это делать, чтобы люди приходили в храм. When the guests come, it is the servant of the deity, that is pujaris, who receive them and introduce them to the Lord. И когда люди приходят в храм, то пуджари, именно пуджари должен представить таких людей Господу. Hence, the pujari's personal habits and etiquette should be exemplary. И поэтому образ поведения пуджари, он должен быть примерным. Shri Kapila Deva, in the third canto of Bhagavatam, he is describing a lot of characteristics of the person who worships the deity. It's very interesting. Это очень интересно, как в третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дева описывает качества человека, который поклоняется божеству. And just read out. Сейчас просто прочитаю. 20. This is Shrimad Bhagavatam, third canto, 29th chapter, 22nd to 24th verse. 22nd, 23, 24. He says that 22, 23, 24. Which chapter? 29th chapter. 29. То есть это третья песня, 29 глава, 22 по 24 стихи. You can study that. It says, one who worships the deity of Godhead in the temples, but does not know that the Supreme Lord as Paramatma is situated in every living entity's heart, must be in ignorance and is compared to one who offers oblations to into ashes. Is so Russian translation is there, you can read it. Так, Господь Кирилл говорит, что кто-то поклоняется Божеству в храме, но не знает, что Верховный Господь в виде Параматмы находится в сердце каждого живого существа, пребывает в невежестве. И подобен человеку, бросающему жертвенные дары в золу. Next he says, one who offers me respect, but is envious of the bodies of others, and is therefore a separatist. Далее он говорит, что человек, выражающий мне почтение, но с враждебностью и завистью, относящийся к телам других живых существ, является индивидуалистом. Never attains peace of mind because of his inimical behavior towards other living entities. Неприязнь, которую такой человек питает к другим, лишает его сна и покоя. Then he says, my dear brother, even he worships me with proper rituals and paraphernalia. A person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. И далее говорит, что о безгрешное, тот, кто не знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого существа, никогда не доставит мне удовольствия, поклоняет божеству храма, даже если при этом он совершает все необходимые обряды и предлагает мне все атрибуты поклонения. And next he says, performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Lord until one realizes my presence in his own heart
and in the hearts of other living entities. И в следующем тексте это говорит, что исполняя предписанные обязанности, преданный должен поклоняться Божеству, образу Верховной Божественной Личности, до тех пор, пока не ощутит мое присутствие в своем сердце и в сердцах всех остальных живых существ. This is pretty heavy and little lopsided. But you see, да, довольно такие жесткие слова, с одной стороны. But you see, when you read in Bhagavad Gita, or in Srimad Bhagavatam, or in Chaitanya Charitamrita, when you come across characteristics and qualities of a devotee, and it says, one devotee must be this, devotee must be this, it is something which is achievable, and it has to be achieved today or tomorrow. Before you go back to Godhead, you must come to that level, please note that. Otherwise, these scriptures will not recommend, will not quote, or will not record such incidents, or the, you know, will not speak about a devotee if it is not achievable. То есть, если мы читаем Шримад Бхагаватам, читаем Чаритамриту, других книг, какие-то Бхагавадгиты, какие-то качества преданных, то мы должны понимать, что они не были бы, эти качества записаны, если бы они не были достижимы. То есть мы должны всегда принять внимание. Sooner is better. Sooner is better. Sooner you realize that, oh, I have to achieve this, I have to become like this, and pray to the Lord, do something, get priest to yourself, or you can take association of your advanced devotees who are already in that position. Wherever you are there, you find some. And then sooner you develop these qualities is better. Rather, the time passes and then you will not have taste for anything, and you will become like, you know, you will become just, you know, you will feel repentant. Arey, I passed my time. I should have done it. I should have done it. И то есть чем быстрее мы обретем эти качества, тем будет лучше. А не так, что время проходит, и мы начинаем думать, что это я тут делаю, вообще непонятно. So it is said, Pujari, next character, it says Pancharatra. These are all Pancharatri points in the text which is given, but it is mentioned in the Pancharatra Pradipa. This whole thing is an introduction part written by Bhanu Maharaj. То есть вот эта часть, вступительная часть Пачарата Прадипы, которую нарисовал Бхану Махарадж, там все записаны вот эти все качества Пуджари. How many of you know Бхану Махарадж? Кто из вас знает Бхану Махараджа? Anybody has heard Бхану Махарадж? Не знает. Anybody knows Бхану Махарадж? Кто-то знает Бхану Махараджа, пожалуйста. Тот нас два, три, четыре сам для нас. Not know? Okay. I'll just read a small pastime of Srila Prabhupada, which involves Bhanu Maharaj. With this pastime, you will know who is Bhanu Maharaj. Если вот я сейчас прочитаю небольшой отрывок из, так сказать, игр Бхану Махараджа, связанных с Шрила Прабхупадой, вы на основании этого поймете, кто такой Бхану Махараджа. There was a servant for short period, one servant, Nanda Kumar Prabhu. He recollects past time in Calcutta, which happened. Ну, то есть один из учеников Шрила Прабхупады, Нанда Кумар Прабху, он вспоминает вот эти вот игры, которые происходили в Калькутте. In Calcutta, it was a challenging place for us because something about the temple, at least at one point, everyone was sick, everybody had dysentery. То есть вот Калькутта было такое место, где в храме там, то есть так случилось, что все заболели, все похватили дизентерию. This is a common thing when the Westerners come to India. They find it very hard. First thing goes back is the stomach. То есть, когда западники приезжают в Индию, да, то есть первое, что слетает, это желудок. I'm sure you must have all experienced it. У вас, наверное, у некоторых есть такой опыт. So, best way to survive, if somebody has a stomach, you know, upset in India, the best way to survive is they should simply stick to the dahi rice.
yogurt and rice, finish. Then they will be all right. If somebody has a problem and they come to India, if they have a stomach upset, if their stomach is very sensitive, the best way is to survive in India is yogurt. They should consume yogurt. То есть если у вас вот, так случается, что пищеварение расстраивается, то есть лучший способ, чтобы восстановить его, это вот принимать йогурт. So everybody had the dysentery stomach upset. So the service, there was not enough people to do the basic services. So it became a challenge. How to go on? И там было настолько все плохо, что практически все заболели дизентерией, и практически даже стал вопрос о том, чтобы служение продолжалось как таковое, то есть был такой большой вызов. And Bhanu Swami was there. Bhanu Swami was Bhanu Prabhu that time. В то время Бхану Махарадж был Бхану. Саньяси, was Bhanu Prabhu. И не был Саньяси еще. And he is a Naistika Brahmachari. So, even though everybody got sick, but he never lost his focus. He never fell sick. И хотя все остальные заболели, он настолько был сосредоточен в служении, что он никогда не болел. He remained very active. Он оставался очень активным. And he was never affected by anything. И на него практически ничто не влияло. At one point, he was the only person in the temple who was well and observing. И однажды он так случилось, что он остался единственным человеком, который не был больным и мог выполнять служение. Prabhupada made a note of this. И что Прабхупада это было заметил. And one day he said. И однажды он сказал. Just see, this is the value of brahmacharya. И он сказал, вот только поглядите, в этом ценность брахмачарьи. Because he is brahmachari. He is able to circumvent all the challenges of the world, continue studying his service. Поскольку он является брахмачарием, он может встретить лицом к лицу все вызовы этого мира и продолжать служение. Anyway, he is my shiksha guru, so sometimes I feel like glorifying him because. Поскольку он мой шикша гуру, я чувствую иногда потребность прославить его. And he wrote the introduction to the Pancharatra Pradipa. И вот он написал вступление к Pancharatra Pradipa. In that he has given all these points from the Pancharatra. И из Pancharatra он записал все вот эти вот моменты, касающиеся Пабиди. So Pujari must cultivate humility. Pujari должен практиковать смирение. What it means? It means that when serving the deity, he should acutely aware of his position as humble assistant to spiritual master and Srila Prabhupada. Это значит, что когда он служит божеству, он должен принимать положение, что он является слугой своего духовного учителя и Шрилы Прабхупады. In other words, it is the spiritual master and Srila Prabhupada performing the deity worship. То есть он должен как бы подразумевать, что его духовный учитель и Шрила Прабхупада совершает духовное поклонение божествам. It is their greatness, they have allowed me to assist in the deity worship. А ему просто, то есть выпала великая удача помогать им в этом служении. Whatever services we perform to the deities, we are doing them on behalf of Srila Prabhupada, the founder Acharya and the Guru. То есть, какое бы служение ни совершали божествам, мы делаем это от имени Ачарьи, Шрилы Прабхупады и нашего духовного учителя. This above idea that we are assistant to the Guru and Guru is engaged us is expressed by Vishwanath Chakravarti Thakur. И вот эта вот мысль, что мы как бы занимаемся служением под руководством духовного учителя, она Вишнава Чакравартия Тхакур, где ее выражает эту мысль? Every day you see that. Мы как поем это каждый день. Guru Ashtaka, can you read out the translation? The book is there. Mataji, take the book and read the translation. Возьмите, пожалуйста, книгу и прочитайте перевод. Guru Ashtaka. Third verse. What else? It is the third verse of Guru Ashtaka, which says, can you read? In the beginning itself is there. Read the translation.
Всегда занятый поклонением Шри Радхе Радхе Кришне в храме, духовный учитель увлекает его также своих учеников. Они облачают божества прекрасные одежды, надевают на них украшения, моют их в храм и занимаются другими видами служения, поклоняясь их образу Господу. So, it is Guru engages us in the service of the deities. Таким образом, духовный учитель занимает нас в поклонении Божествам. То есть, когда мы становимся преданным, то есть, как подразумевается, что мы не остаемся прежним, а мы как-то улучшаем свои качества. These are all general qualities of any Vaishnava. It is general qualities. We are going to discuss few qualities. These are all general qualities of a Vaishnava. It is expected that all of us, whether you are pujari, or a president, or a guru, or whatever you are, A, B, C, D, anything, these are the general characteristics, qualities of the Vaishnava. Вот есть некие общие качества Вайшнава, которые мы будем сейчас обсуждать, и эти качества присущи на самом деле всем, независимо от того, кто на пуджаре, президент и так далее. And most important thing, character, quality which I found was one must be titikshava, tolerant. И самое главное качество, которое я нашел, это титикшава, человек должен быть терпеливым. Very beginning in Bhagavad Gita, Krishna told Arjuna, this is one of the probably the second verse when Krishna starts speaking, Sri Bhagavan Vacha. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukadakada agama payino nityastam titikshasva bharata titiksha. He says, first thing is, first learn to tolerate. То есть вот в начале Бхагавад Гиты Кришна говорит то, что человек он должен научиться как бы терпеливым. See, in this material world we are all living. Unless, when you become devotee, unless you tolerate, you cannot, otherwise you will become a crackpot. You know, crackpot means you will keep commenting on everything, on anything. You will not be peaceful. You will not allow others to be peaceful. And the whole atmosphere will be, you know, they'll think, oh my God, why this guy came now? Why this man? You know, like, we'll become a painful. То есть вот нам нужно учиться быть терпеливым, а не быть таким человеком, который выводит из себя любое событие, которое случается с нами. If you are not tolerant, and you are not patient, then you will only become disturbance in your mind. You go on disturbing everybody. И если вы научитесь быть терпеливым, то любое какая-то мелочь, она будет выводить вас из себя, и также это будет доставлять беспокойство другим людям. You know, small things, you get disturbed and you will go on. And either you pick up a quarrel or you will say something. You will disturb the whole thing. То есть любая какая-то мелочь может вас вывести из себя и вас также будет задевать других. Many times you might have find a genuine mistake in somebody. То есть вы можете находить в каких-то других какие-то ошибки. You want to say it. You want to tell him or her, this is not the way. Вот, и он, если вы хотите сказать такому человеку, что ему или ей, что что там не так. It is very important, it is not just important what you say, it is most important how do you say it. И даже не столь важно, что вы говорите, а именно важно, как вы говорите. If it goes in a very sharp angle,
then the person who you'll not feel like learning anything from you. И если вы как-то будете жестко, что какому-то человеку что-то выговаривать, то такой человек, он не научится от вас чему-то. So you should have a lot of patience, and then you have to tolerate others, you know, like once, just tell this. И вам нужно быть терпеливым и научиться как-то терпеть какие-то недостатки других людей. There was one devotee who was, he was not in good in many things, but he was just in one corner, and then so the devotees wanted to get rid of him. То есть был какой-то преданный, от которого другие преданные хотели избавиться. So when Prabhupada came to the temple, they spoke to Prabhupada. Prabhupada, he is such a person, he's so nonsense, you know, he is good for nothing, he just creates disturbance, this, that, you know. So can you tell him to go out? И когда Шри Прабхупада приехал в этот храм, преданные сказали, что там такой-то и такой-то, он вообще, так сказать, ни о чем, он сплошное беспокойство. Может, как вы ему скажете, чтобы он уходил? Can you send him to some other yatra? You tell him to go out for, you know, some preaching assignment somewhere. Может, вы скажете ему отправиться в какую-то другую ятру, какое-нибудь другое место поведать? Prabhupada was peaceful, and he told him, can't you tolerate him? А Шри Прабхупада очень, так сказать, спокойно сказал ему, а вы что, не можете его терпеть просто? Then Prabhupada said, just like how I'm tolerating you. Так же, как я терплю вас. You tolerate him. Так же, как вы терпите, пожалуйста, его. So sometimes what happens, leader has to tolerate, and sometimes he or she may not be good in beginning. Maybe after some time they become experts. То есть это вот как бы задача лидера — научиться терпеть какие-то недостатки человека. И понятно, что вначале они могут быть, но со временем они могут исчезнуть. So the tolerance is the great quality actually one has to develop, all of us. И вот это качество терпения, оно очень великое качество, и нам нужно научиться как бы, то есть приобрести это качество. In the third canto of Bhagavatam, Kapila Muni talks about a sadhu lakshana. Третья песня Бхагаватам, Кабила Муни говорит о качестве святой личности. What is the verse? Tikshava karunika sudhudam sarvadehina ajata shatrava shantha sadhava sadhu bhushana. The first thing he tells Kapila Muni is titiksha. И первое качество из качества той личности, которое упоминает Капила Муни, это титикшива, то есть терпение. Symptoms of a sadhu are that he is tolerant. То есть признаками садху является то, что он терпелив. Karunika, merciful. Милостив. Sudhrutam sarvadehina means friendly to all living entities. Дружелюбно относится ко всем живым существам. Ajata kshatrava, he has no enemies. У него нет врагов. Shanta, he is peaceful. Он также умиротворен. He abides by the scriptures. Abides by the scripture, shastra. То есть он знает священные. He follows shastra. Следует тому, что указано в священном писании. And all his characteristics are sublime. И все его качества возвышены. If you just, you know, all these are especially meant for a pujari. И вот все эти качества особо, они предназначены для пуджари, подходят для пуджари. And what did Sri Chaitanya Mahaprabhu say? И что же сказал Шри Чайтанья Махапрабху? If you want to chant continuously. Для того, чтобы мы воспевали святовина постоянно. What did he say? Что он сказал? Sahishnuna. Sahishnuna means tolerance. Сахишнуна обозначает терпение. If you want to chant continuously, you must tolerate. То есть, если вы хотите воспевать святой день постоянно, нужно научиться терпеть. You must tolerate of your mental urges. Какие-то умственные беспокойства. Bodily requirements. Какие-то телесные потребности. And the surroundings. То есть, какие-то, то, что нас окружает. And the people around you. Людей, которые вас окружают. If you are tolerant of all that,
then only you can, you will be peaceful to chant. If your mind is agitated, how can you chant? Если вы постоянно разговариваете, нужно такое умиротворение, а если у вас будет что-то, вы выведете из себя, как надо разговаривать? Your mind is running after all the things which are happening in the temple or wherever. Oh, this duty I should have answered like this. Oh, this duty I should have said like this. Why did I? You know, something might have happened, but that is in your head. It is going on and on and on. Then how can you chant? Как вы можете разговаривать, если ваше ум все время крутится? Тот сделал то, тот сделал то, все, что происходит в храме, откроет, крутится в вашем уме. Anyway, it is these things are there, so I left it to individual. How much they want to practice and develop this, it will be beneficial for themselves and it will be beneficial for the temple and to the society. And if they want to be loved by everybody, then they should develop these qualities. There is no other shortcuts. То есть вот для того, чтобы стать таким, чтобы вас все любили, вам нужно непременно развивать все эти качества. There is 26 qualities of a Vaishnava. И существует 26 качеств Вайшнава. There is a book called 26 qualities. It is there in Chaitanya Charitamrita also. И существует такая отдельная книга, в которой они описываются, а также они перечисляются в Чайтанья Чаритамрите. These are all not extraordinary qualities by some, you know, it is not like, you know, a guru must have these 26 qualities. It is said that these are qualities of a Vaishnava. It's a normal devotee must have these qualities. И это не то, что эти качества присущи только каким-то очень-очень-очень возвышенным личностям, как таким как гуру, но это качество, такими качествами должны обладать, по идее, все Вайшнавы. So, and we have so these qualities, if you develop, at least in a scale of 1 in 10, you start your graph keep going, and then you'll see your services becomes more effective and more pleasing to the deities. It will be more nice. И вот если вы начнете развивать эти качества на протяжении какого-то времени, то вы увидите, что ваше служение божеству оно улучшается, оно становится более хорошим. And we have one more in Bhagavad Gita. We have 16th chapter, divine and demonic natures. И в Бхагавад Гите в 16 главе описывается божественное и демоническое качество. Шри Бхагаван Чапас Кришна speaks in the 16th chapter 1-3 verses. First 3 verses. В начале 16 главы Бхагавад Гиты Господь Кришна говорит об этих качествах. I will leave it to you. You can read this character, these qualities. These are all qualities that are expected to for all devotees, but more particularly a pujari. То есть эти качества, они по идее присущи должны быть всем преданным, но особенности пуджари. Как там говорится, бесстрашие. Ощущение своего бытия, совершенствование духовного знания, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение веры, аскетизм, высота, отказ от насилия, правдивость, негнетливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота и отсутствие зависти. Истребление к почестям. Таковы, а потом обвалят это трансцендентные качества правильных людей, наделенных божественной природой. Anyway, so basically the pujari is you must have great faith in the deities and the scriptures. You must regularly study the scriptures so that he will know what is the greatness of Krishna. So when he comes in front of the deity, it will not look like an ordinary. The deity will not be look like ordinary. И, конечно же, при пужали должен иметь большую веру божества. Он должен регулярно изучать Священное Писание, так чтобы он, когда он предстанет приветствовал, он на самом деле понимал величие божества. So these try to develop, and we all have to develop this, and be helpful each other in cooperation
we can perform this really service nicely. И нам нужно постараться развить эти качества так, чтобы они помогали нам очень хорошо служить Божествам и сотрудничать с другом. Anybody has any question? Может быть, есть какие-то вопросы? Когда преданные проходят обучение, вот, например, в Петербургской академии, я знаю, есть такая проблема, конечно, они возвращают свои ядры и начинают, так сказать, все менять. Поклонение менять, какие-то еще вещи менять. Вот, как правильно, так сказать, поступать, когда есть информация, как делать лучше, да? Ну, естественно, так сказать, у местных преданных есть свои уже привычки, так сказать, свои представления. They just want to be all in others, they want to change things for their own services. And вопрос еще раз, то есть как? Как, так сказать, как вдохновить преданных на изменения, так сказать, в лучшую сторону, если у них уже есть свои представления, привычки, так сказать. And how this devotees who came from how they can change and help to the devotees change something, because local devotees can have some rules, some habits, some stereotypes. You can tell the question, glory. То есть вопрос был в том, что когда преданные приезжают, допустим, с обучения, допустим, в Майкурской академии, они уже знают что-то, хотят сделать какие-то улучшения в своих ядрах, вот, и как им лучшим образом это сделать, чтобы, чтобы вдохновить преданных, местных преданных, так сказать, сделать какие-то изменения, поскольку у местных преданных уже могут быть какие-то свои стереотипы, какие-то привычки и так далее. Whoever is gone and taken training in Mayapur Academy or any other, when they come back to their home temple, that is why it is, one is, in deity worship there is one thing is technique. How do you offer arati, or how do you do shodashopachara, how do you dress and all that thing. То есть когда преданные приезжают, например, из Майпурской академии, что касается поклонения Божествам, то там может быть как бы несколько аспектов. Первый аспект – технический, то есть как, допустим, проводить арати, шудашамачара уже и так далее. That is not, I mean, that is okay, that is secondary actually. More important is the mood in which you serve the deities and treat the devotees. И это, конечно, важно, но более важно это то, с каким настроением мы служим Божествам и относимся к другим преданным. So when a devotee comes back from the college and he wants to correct or he wants to, he should have a lot of patience. И когда преданный возвращается с обучения, чтобы исправить что-то, чтобы, может быть, улучшить что-то, ему нужно проявлять очень много терпения. That is why he must do swadhyaya. That is why he must cultivate knowledge. И поэтому ему очень важно заниматься садхьяй, то есть культивировать знания. One of the pancha angas of deity worship is swadhyaya. He must cultivate knowledge by reading Prabhupada books. And the main thing is that he should have tolerance. Immediately now, now I know I have become graduated from so and so college, I have the certificate, now everything has changed. То есть, it doesn't happen like that. То есть это так не работает, что человек приехал с обучения и думает, пусть сейчас он все исправлю. Вот, может размахивать своими, так сказать, этим аттестатом, да? Вот. Нет, на самом деле нужно проявлять очень-очень много терпения, чтобы изменить это все. So he must consult the head pujari, he must consult the president. With their consultation, he can, whatever changes he wants to, he can discuss. And if they feel it appropriate, if needed, then they will change. It cannot happen overnight, wholesome. То есть еще
с этим очень важно, чтобы такой преданный, он занимался сватьяй, то есть изучал Писание, поскольку это одна из анг поклонения божествам. Вот. И когда он уже, допустим, приезжает, возвращается, он может общаться, допустим, с Ван Буджари или с кем-то еще, и так постепенно, может быть, что-то изменить. А не получится так, что это все вот раз и за одну ночь все изменится. So there is already existing system that is management, everything is there. So he should be in consultation and then he should work together. Там уже существует какая-то система, какой-то там образ действий, поклонения, поэтому ему нужно постоянно как-то совещаться, допустим, с главным Буджари или с президентом, и вот таким образом пытаться что-то улучшить или изменить. Is it all right? Нормально. Он приятный. The thing is, in deity worship, what happens is you have to use bija mantras and gayatri mantras, mula mantras, in serving the deities. That will be given by the guru to his disciple. So, unless you are Brahmin initiated, certain things you will not be able to do it. So, for the Harinam initiated, they can worship, there is no doubt, but not in the, if they are going to the temple, that's a different story. But in that their home, they can keep the kitchen and start doing the service. And to know about the technicals of techniques of deity worship, like how to do arati, how many times you do the, arati, to the lotus feet, and then how to offer the water, how to offer all this. These things you can know. You don't have to have a Brahmin initiation for that. But to certain things you will not be able to do it without Brahmin initiation, without going inside. It will be difficult. То есть, по сути, для того, чтобы узнать какие-то вещи, что там происходит на алтаре, что там предлагается, допустим, что там какое значение имеет, для этого второе посвящение не нужно, как бы так говорит. Вот. Но так или иначе, когда на алтаре происходит поклонение, то есть Буджари использует какие-то мантры, там, биджи и тому подобное, и вот это все он, то есть такой человек получает именно от своего учителя в момент, когда он получает второе посвящение. Поэтому, то есть для того, чтобы узнавать что-то, не требуется, но для того, чтобы совершать какую-то деятельность, в которой требуются такие вещи, тогда уже действительно нужно второе посвящение. You can read Pancharatra Pradipa, everything is there in that, the characteristics and the cleanliness. All these things are given
and the mantras, how to wake up, how to, you know, put the DT to the rest, dhyana mantra, all that is she can learn. There is no restriction. То есть нет ограничений для вас, чтобы, допустим, взять ту же Панчарата Прадипу и прочитать какие-то вещи, которые касаются божества. Потому что там не написано все, как будить божества, как ухвалы, и все эти мантры, вот, какие-то еще моменты. If you have deities at home, you can apply all that, no problem. But if you want to worship in the temple, that will, you know, you want to practice all that, then Brahmin initiation is necessary. Вот. И если у вас есть дома божества, то вы можете им поклоняться, может быть, какому-то простому стандарту и использовать какие-то там мантры и так далее. Но для того, чтобы, допустим, поклоняться в храме, то уже действительно требуется второе посвящение, поскольку там нужны какие-то другие вещи, которые вот, ну, даются именно со вторым посвящением. To know the mood in which you have to approach the deity and worship, and philosophy behind deity worship, these things she can learn. But the techniques and the mantras you have to use, then she should take them. То есть какие-то философские моменты, то есть что касается поклонения божествам, вы можете, в принципе, узнавать и сейчас. Но именно какие-то технические такие детали, которые вот мантры и там что-то, какие-то биджи, может быть, то есть используется поклонение божеству в храме, это уже, конечно, дается со вторым посвящением. If he is so eager and so interested, then she should speak to the management and get the Brahmin initiation, get onto the altar. Then that will be the fastest way. То есть, если вам так хочется все-таки заниматься поклонением, просто вам нужно обратиться немножко к управлению, к управляющим, и так, чтобы вы смогли получить это посвящение и начать приступить к поклонению Христа. Hare Krishna. Anybody has any comments? Anybody want to add something? Может, какие-то есть дополнения, комментарии у кого-то? Want to add anything? You can speak. Proper mood for deity worship. You should start doing it. Нужно начать делать это. And he also said that the devotees who are already doing it, they will teach you. И также можно обращаться к тем преданным, которые уже занимаются этим, и они вас научат. So you read books like Pancharatra Pradipa and Bhagavata, 11th canto. И вы можете, Krishna describes the deity worship. Вы можете изучать книги, в которых такие как Pancharatra Pradipa или там Бхагавата, где вот в наших условиях недавно вышла Арчана Дипика, в котором все это описывается. And there is a Prabhupada letters are there in that they have combined Prabhupada and deity worship. И также есть подборка писем Шрилы Прабхупады о поклонении божествам, то есть можно тоже читать их. He has given everything about the standard of the pujari, cleanliness of the pujari, characteristics of the pujari, and the mood of the deity, how to serve. All that Prabhupada has spoken, whatever Prabhupada has given, whenever Prabhupada talked about deity worship, what he gave is the mood. И вот в этой подборке писем Шрилы Прабхупады там все описывается о чистоте пуджари, о качествах и так далее. Конечно же, очень много уделяется именно умонастроению пуджари. You should study Yantra Devotion, first 6 chapters, then you will know what are the mood she has to develop. И вот если вы изучите первые 6 глав Нектара Преданности, то вы, конечно, поймете, какое должно быть умонастроение для служения божеству. Стих, который Прабху процитировал, исполняя предписанные обязанности, преданный должен поклоняться божеству до тех пор, пока не ощутит мое присутствие в своем сердце и в сердцах всех остальных существ. Mm-hmm. Вот какая mm-hmm. часть вот, как бы, вот нашей пуджи, она ведет к такому видению? Какой текст? Это 3.29.25. This recite this text from 9 to 29. Check now. 23 or 5 text.
Can you read the purport? Комментарий, можешь прочитать? Did you read the purport? Читал комментарий, как он? Божеству даже тем, кто просто занят исполнением предписанных обязанностей. Все представители различных сословий общества и укладов должны исполнять предписанные им обязанности. Но при этом каждый должен поклоняться Божеству в храме до тех пор, пока не осознает, что Господь присутствует в сердце всех живых существ. Иначе говоря, мы не должны довольствоваться только безукоризненным исполнением своих обязанностей. Прежде всего, мы обязаны понять, что мы сами и все остальные живые существа вечно связаны с Верховной Личностью Бога, определенными отношениями. До тех пор, пока мы не поймем этого, мы не получим от своего труда никакого блага, даже если будем добросовестно исполнять все свои обязанности. Ключевым в данном стихе является слово «свакарма-крит», так называют исполняющего все предписанные обязанности. Не следует думать, что тот, кто становится преданным Господа или занимается преданным служением, освобождается от выполнения предписанных обязанностей. Мы не должны потворствовать собственной лени под предлогом занятости преданным служением. Преданное служение не должно мешать исполнению предписанных обязанностей. Свахарма-крит означает, что человек должен выполнять все свои обязанности и никогда не пренебрегать ими. The duties is prescribed by the temple president he assigned. Обязанности, которые прописаны либо там, допустим, президентом храма, либо святым. You do this service. То есть вы делаете такое служение. And you keep doing it. И продолжаете совершать служение и продолжаете выполнять такие обязанности. Slowly your particular taste for the service will manifest. И медленно, но, так сказать, придет тот момент, когда это появится у вас. Then it will be arranged that you do this or that service. You will be arranged to do that service, particular service, where you have the taste for the service. And you can enjoy that, and you will see that is the prescribed duty. First is, you have to do whatever your guru said. In ISKCON setup, it is the temple president who arranges the services. So you keep doing it. То есть есть вот служение, которое вам дали какие-то старшие, да, и мы выполняем уже служение. Сначала может быть еще Богу, но потом придет момент, когда у нас появится вкус выполнения этого служения.
I'll tell you what's one past tense. With that, probably, hopefully, this will answer that. Я, может, расскажу небольшую игру. Возможно, она ответит на этот вопрос. In Tirumala, Balaji, Shinivasa. Tirumala. На Тирумале у Бхагавадшта Баладжи Шринивасу. One time there was nobody to do the garland, which they put garland for the Lord. That is done actually in Tirupati. He the management TTD, they have the land which belongs to Srinivasa. They grow all the flowers, and they take from there, and then they tie the garland. They make garland and then put it to the feet. Там так устроено в этом храме, что у них божества есть собственная земля, на которой они выращивают эти цветы. Вот, и из этих цветов изготавливают гирлянду, которую надевают на это божество. And somehow it happened that one time there was nobody to maintain the garden and plug the, you know, take the flowers and make a garland and supply to the Shinivasa. Однажды случилось, что не было, то есть некому было собрать эти цветы и сделать гирлянду для Шринивасы. So the news came to Sri Ramanujacharya. И эти новости дошли до Рамануджачарьи. In Shiranga. Shiranga. He announces in the assembly, does anyone wants to go and do this, maintain the garden and supply the flower garland to Shinivasa? И вот в собрании преданных Рамануджачарья объявил, хочет ли кто-либо отправиться в Тирупати и заботиться о саде, собирать цветы и делать гирлянду для божества. And most of them thought, if the service is, you know, if I can do some arati seva, abhishek seva, something like that, dressing and all, I can do it. This garden maintaining means, you know, you have to till the land and you have to put fodder, you know, fertilizer, put water and maintain the plant and then pluck the flower, and then this is a very, they thought it is some some of them thought low quality. I mean, it's not for, you know, my this thing. I'm okay if it, you know, to do the service to the deities if it is direct. И вот некоторые, кто находящиеся в этом собрании, подумали, ну нет, это не для меня. Я вот там буду предлагать арати, буду украшать, одевать божество. А вот это заботиться о саде, это же надо копать, носить удобрения, так сказать, поливать. Это все какая-то деятельность более низшего такого порядка. There was one devotee, Anantarvar. Но был один преданный, Anantarvar. He raised his hand, said, Acharya, I will go and do it. И он сказал, поднял свою руку и сказал, Acharya, я пойду туда и буду делать это. And Ramanujacharya said, please go and do this service. И Рамануджи сказал, пожалуйста, отправляйся туда и совершай это служение. So this was a prescribed service for Anantarvar by the Guru. И таким образом Гуру дал Анантарвару такое служение. He went to Tirumala. И он отправился в Тирумалу. And he took over that garden. Он заботился об этом саде. And he started maintaining the garden, take out the flowers, make a garland, give it to Shrinivasa every day. Заботился о саде, делать гирлянды, предлагать гирлянды Шринивасу. This became his prescribed service by the Guru. И это было предписано, служение предписано его Гуру. One day, Shrinivasa said, I don't want your mala. И однажды Шриниваса сказал, я не хочу гирлянду от тебя. So Anantarvar said, he told the deity, Shrinivasa. И Ананта сказал божеству. Look, I am doing this service on the order of my Guru. Слушай, я выполняю это служение по указанию моего Гуру. Whether you want or don't want is none of my business. Хочешь ты этого или не хочешь, меня это не беспокоит. If you want, you take it, otherwise I'm hanging it. There was a name, he just put the garland there and back. То есть, вот, если не хочешь, надевай это гирлянду. Не хочешь, я вот тут сейчас повешу и уйду своей.
You see, by doing this prescribed duty dutifully, he got the opportunity, the Sakshat, the Lord, in the deity form, started speaking to him. Смотрите, вот он выполнял предписанные обязанности, и случилось так, что сам Господь в форме божества начал говорить с ним. And it went up like that, and he became old. He could not really do the gardening so well because he was old. But he wouldn't allow anybody. He was so attached to that, maintaining the garden. И вот он уже, так случилось, что он состарился, он продолжал выполнять это служение, и опять же, не было никого, чтобы заменить его. Eventually he became old, but he continued, he was very attached to that service. Он был, хотя он был старым, все равно он был очень привязан к этому служению. Because it was given to him by his acharya. Because the service was given to him by his guru, he was very attached to that service. То есть, и поскольку служение было дано ему его гуру, он очень привязался к нему. One day he was resting. Однажды он отдыхал. One boy came. И пришел какой-то мальчик. He said he started maintaining the garden, doing some work. И он начал выполнять какую-то работу в саду. And Anantala was resting. He came out of the hut, his hut. And he saw one boy is doing some work. He chased him away. He or his dream or when he was sleeping? He was resting. He was sleeping. He heard the noise. There was somebody who is doing some gardening. He came out and saw one boy was doing, and he chased him away. И вот он, когда он спал, он услышал во сне, что кто-то там что-то делает в саду. Он проснулся и пошел и прогнал этого человека. But that boy was coming again and again. Но этот мальчик, он приходил снова и снова. He wouldn't listen to Anantarvara. И он не слушал этого Анантарвара. One time Anantarvara got so angry. И однажды этот Анантарвара так разгневался. You know, you take the, you know, tilling the land, you have this. What do you call that? He took that and he threw him away, threw it at that boy. Однажды он так разгневался, что взял эту тяпку, которую он обрабатывал в саду, и запустил его мальчика. It hit him and he ran away. И она ударила его, и он убежал. And Anantarvara continued his work. Анантарвара продолжил свою работу. After some time, very short time. И через довольно короткое время. Some people came to his hut where he was there. They were just discussing that the deity in the altar, from his chin, the blood is oozing out. И через короткое время к нему пришли люди и рассказали ему, что из подбородка божества сочится кровь. They were trying everything to stop the blood from here. They were surprised why the blood is coming. They were, but it was, nobody knows how to do it, what to do it, why it is coming. И они что они только не делали, чтобы остановить это кровотечение, ничего не помогало. Они уже знали, что они приняли. Then Anantarvara heard this. He also came to the altar. И когда Анантарвара услышал об этом, он пошел к божеству. He looked at the deity. И посмотрел на божество. He understood that boy was Srinivasa who was coming, and which he threw it, it hit him, and the blood was coming. И он понял, что этот мальчик, который приходил к Мусаре, был сам Шринивас. И вот он, когда он запустил в него это тяпка, то он попал в него, в это место, и, собственно, поэтому оттуда идет кровь. Then he took the camphor, and he applied it here. Today you see the Srinivasa, there is a white spot, that is the camphor, pure camphor, which they every day, whenever they apply. Actually, I had the opportunity to speak to one of the main archers, and he said, when you remove, there is a mark. Even to this day, there is a mark which has happened that day. И вот он, Анантарвара, взял чистую камфору и приложил к этому месту, и таким образом это кровотечение прекратилось. И с тех пор, до сегодняшнего дня, вы можете увидеть, что на бороде
Шривасана находится такое белое, как пятно, то есть это вот камфора, которую прикладывают, и как Прабху говорит, что однажды один из главных арчиков рассказал ему, что если вот убрать эту камфору с подбородка, то там видно вот это место, до сегодняшнего дня видно это место, где, вот, где находится этот след Шрамадана. So even today, this day they apply the camphor, that has become like a beauty spot for them. So, beauty spot. In other words, for children you keep dark, but it looks so beautiful. They keep on black dark, so that bad spell should not, I don't know how to tell it. Ну, то есть вот это вот то, что они прикладывают ежедневно камфору, это вот теперь уже выглядит как такое вот украшение вырастет. So you see, Anantarva, he took this prescribed service from the guru, he started doing it. But finally, by doing this service, he became so perfect. Lord was so pleased with him. He wanted to do pastime with him. And even he got hit, but it was the, he wanted to glorify his devotee. And he gave him his personal audience to the devotee. То есть вот видите, Альварам выполнял предписанные обязанности, и так случилось, что благодаря этому он получил возможность лично общаться с Господом, то есть Господь разговаривал с ним, приходил к нему лично в сад, делал там что-то, и таким образом так происходило это дело. Dukhi Krishnadas in Vrindavan, he was prescribed duty was just to, keep it clean, Dhira Samira area. Dhira Samira is the area where rasa dance happens every day. So that area was given to Dukhi Krishnadas. And his duty is to sweep it and clean it, keep it clean every day. And в Вриндаване, в месте, которое называется Дхира Самира, там происходит танец раса, Духи Кришнадаса получил служение подметать это место и содержать его в чистоте. So he became so, so sincerely he did this service. Because of that, Radharani wanted to bless him. И он так тщательно, с такой искренностью выполнял это служение, что сама Радхарани захотела благословить его. She enacted a pastime. She dropped her nupur, ankle bell one day. И она явила такую игру, что в этом месте она как бы уронила свой ножной браслет. And she told the Lalita Sakhi, my ankle bell is lost. И сказала, потом Лалите, сказала, я потеряла свой ножной браслет. So they came back and Lalita Devi came back on that spot and they found that Dukhi Krishna is holding that ankle because he was cleaning. He got the ankle bell. И когда она пришла в это место и увидела, что этот Дукхи Кришнадас он держит в своей руке этот браслет, который он нашел в то время, как он там убирался. So Lalita Devi said, you give that ankle, it belongs to my mistress, my master. И Лалита сказала ему, что пожалуйста, верни этот браслет, поскольку он принадлежит моей госпоже. Dukhi Krishna said, no, you bring your master, then only I will give. Но Дукхи Кришнадас сказал, нет. Пожалуйста, приведи сюда свою госпожу, и я верну ей эту браслет. Because this is not an ordinary ankle bell, it is so costly, I don't want to give it to somebody, I will give it to the owner. Он сказал, что поскольку это необычный какой-то браслет, он довольно такой дорогой, изящно дорогой, поэтому я верну не отдам его кому-либо, а вот верну именно хозяину. So she went and told Radharani, and finally Radharani came. И Валида отправилась к Радхарани, сказала ей об этом, и в конце концов Радхарани пришла туда. And she was so pleased with his service, and then she put that rupur, that ankle bell on his head, and that became mark, you will see Shamanandis. And then she even changed his name, you are no more a Dukhi Krishna, you are a Shamanandi, and Shamananda, and she gave from her heart, Shama Sundara deity, small deity of Shama Sundara, said, you worship my likeness. И когда Радхарани пришла, она приложила этот браслет к его лбу, к лбу Дурги Кришнадаса, и таким образом он так отпечатался, что сейчас вот вы в Вриндаване можете увидеть этих последователей Шамананды, у них такая особая тилка в форме этого следа браслета. И также она поменяла его имя
на Шьямананде. И также из своего сердца она явила небольшое божество Шьямасундара и отдала его для того, чтобы Шьямананда ему поклонялся. So, this sincere service brought the result of personal audience in a, with Shrimati Radharani, and he got the deity, and he got the entire perfection. То есть вот такое искреннее служение, оно приведет к тому, что вы получите вот лично, вы будете иметь опыт личного общения с Господом. And it is possible if somebody is sincerely doing service, he will realize that the Lord is in his heart and he is everywhere. И человек, такой человек, который очень искренне выполняет свое служение, он может в какой-то момент он сможет понять, что Господь находится в его сердце и также в других местах, в сердцах других живых существ. То есть это не Манаса Пуджа, там не Хьяна, да, а просто бери швабру и мой отсюда и до обеда. Очень воспринимаю. Entire service, not just one, entire. Именно все служение. Не какая-то часть служения, а именно все служение. Leads to see your entire service if you do it sincerely, not just one part. То есть не какая-то часть служения, именно все служение, если выполнять его как бы. Whatever service you do morning till evening, if you have been asked to do, you just do it. Slowly you will realize that you know you will see the presence of the Lord. In the deity, in your heart, and everywhere. То есть вот если вы будете выполнять это служение, может даже не зависит какое-то утреннее, вечернее служение, неважно. Но если вы будете выполнять его искренне, то это приведет именно к тому, что вы будете видеть Господа и в Божестве, и в вашем сердце, и повсюду. They confirmed. Это подтверждение, это было подтверждение. То есть именно все служение, всей полноценной. Я на балет, 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 я на бал